Всем привет! Вот решил купить боксики с семенами в магазине. Вот примерно вот такие боксики. Ну это все салаты. Кейл, крест-салат, горошек. Будем выращивать микрозелень. Так, вот содержимое. Ну, все просто. Бокс, семена, агровата. Выглядит все просто, идеально. Один такой боксик я брал 99 рублей. Не знаю, сколько он у вас стоит. Ну, по Ростовской области 99 рублей стоит. Так, промачиваем это все по-быстрому водой. Проливаем хорошо агровату, чтобы потом сеять семена. Примерно вот так должно все выглядеть. Так, теперь посмотрим содержимое семян. Вот он кейл. Вот он крест-салат. Ну и горошек. Все это сейчас будем сеять. Все, берем и просеиваем. Аккуратно сеем. Сеем следующий, чтобы хотя бы как-то равномерно расположить семена. Постараться, чтобы куча не росли. Примерно как-то так. И сеем горошек теперь. Ну, горошек самое проще посеять, семена сами ложатся, так как надо. Все. Это все придавливаем теперь боксиками. Ну и ставим в темное место, как обычно, на несколько дней. Ну, 3-4 дня, я думаю, хватает этого. Если при нормальной температуре, в темном месте стоит все, семена начинают быстро прорастать. Только вот сюда я добавлю еще вот капусту, брокколи, потому что семян получилось мало. Итак, ну, поэтому я досыплю еще немножко. Вот, чтобы примерно было вот так. Какая разница? Салат вырастет вместе с капустой. Ничего страшного, пойдет. Все равно это я пока что для себя сею. Все, закрываем это все. Вот так вот примерно. 4 дня простояла микрозелень в темном месте. Вот что у нас получилось. За 4 суток. Как все проросло. Вот, смотрите. Самое лучшее пророс крест-салат. Все остальное почему-то медленно растет. Горошек. Вот он. Ну, в принципе, неплохо пророс. Скоро пойдет вверх.